Михаила Каменова хорошо известны в среде воскресенских рок-музыкантов. Благодаря ему в 80-е годы в нашем городе действовал свой рок-клуб. Место, где все поклонники этого музыкального направления могли собираться вместе и не только слушать запрещенные в то время песни, но и исполнять самый настоящий рок. Времена менялись, рок-музыка стала звучать открыто, и потребность в рок-клубе сошла на нет. Но в 2009 году Михаил возродил воскресенский рок-клуб. У него были большие планы на будущее. Потому что у этих ребят, которые играют сейчас, сумасшедшая музыка, сумасшедшая энергетика. Такая, как была в то время у Цоя, мы ждем перемен. 6 января 2010 года Михаила Каменова не стало. У него осталась жена и двое маленьких детей. В память о друге воскресенские музыканты организуют благотворительный концерт. Мы хотим посвятить концерт его памяти. В этом концерте будут участвовать те, кто участвовал еще в первом рок-клубе в 80-е годы. Это Алексей Тарандуш, Сергей Прохоров, лидер группы «Стены», Юлия Стерихова, Андрей Семенов со своей новой группой «Знаки». В репертуаре группы «Знаки» разные песни, но большая часть из них – собственного сочинения. По словам руководителя, коллективы «Знаки» играют спокойный рок. В 2005 году мы такой альбомчик сделали. Я как-то в такси залез, вот там звучит вот эта наша музыка. Я говорю, нравится? Он говорит, а что, говорит, простая такая, простенькая, не напрягает, нормально. В этом плане. Вот. А как ее охарактеризовать? Концерт, посвященный памяти Михаила Каменова, состоится 20 февраля в 18:00 в Малом зале Дворца культуры «Химик» имени Докторова. Организаторы мероприятия обращаются к предпринимателям Воскресенского района с просьбой оказать спонсорскую помощь. Все собранные средства будут переданы семье Михаила Каменова, первого организатора. А с нами можете связаться или через дирекцию ДК «Химик», или через контактные телефоны, которые расположены на афише перед ДК. Ольга Ельна, Михаил Фокин, «Воскресенские вести». Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие поклонники и любители рок-музыки. Как вы все прекрасно поняли, сегодня наш концерт посвящен человеку, инициатору создания Воскресенского рок-клуба 1984 года, кто беззаветно и преданно вносил в нашу жизнь в 80-х годах это прекрасное состояние, как рок-музыка, кто в апреле 2009 года также явился инициатором воссоздания рок-клуба, кто до последних своих дней старался, чтобы рок-клуб в Воскресенске жил и процветал. Это Михаил Каменов. Я предлагаю почтить память Михаила Каменова минутой молчания. Встань, пожалуйста. Спасибо. 5 декабря 2009 года в этом же зале ДК «Химик» состоялся концерт, посвященный 25-летию создания Воскресенского рок-клуба. И в ноябрьском выпуске журнала «Городской компас» было опубликовано интервью Михаила Каменова, которое называлось «Легенды воскресенского рока рок-клубу четверть века». Как и тогда, 25 лет назад, он проявил инициативу, не побоявшись критики и преследований со стороны властей и комсомола за пропаганду, как тогда говорили, буржуазной музыки. Так и в сегодняшнее время он мечтал о том, что современный рок-клуб станет причалом для молодых рок-групп, позволит им выступать на сцене, предоставляя площадки и организацию репетиций. Вот заключительные слова из этого интервью. Из-за отсутствия помещений работу рок-клуба трудно назвать регулярной. В 80-е годы у нас был устав, совет рок-клуба, удостоверение участников. Сейчас, к сожалению, этого нет.
Было бы у нас помещение сегодня, создали бы базу для репетиции и записи альбомов, расписывали мероприятия, согласовывали концерты. В городе много площадок, мы могли бы каждые выходные организовывать концерты рок-групп. Вообще молодежи нужна своя концертная площадка, нужен зал. Собрать где-нибудь на отшибе быстро монтируемое здание и назвать в духе гараж или депо – это была бы первая в городе постоянная рок-сцена, где, предположим, 3 дня в неделю шли бы концерты для молодежи, как для групп, и каждая группа, очень много выступающих групп мне из других городов пишут, спрашивают, когда можно приехать и выступить. Так, если бы не постоянные трудности с организацией концертов, то выступали бы чаще. Может быть, после выборов что-нибудь изменится. Ведь чем больше будет мест, где можно собираться молодым, тем меньше будет криминала. Рок-молодежь не ходит в дэнс-клубы, им пойти некуда, вот и болтается без дела. Молодых людей нужно тянуть с улицы, и рок-клуб может прекрасной основой для этого. Итак, дорогие друзья, мы начинаем концерт в память о Михаиле Каминове. И на сцену приглашается первая выступающая Юлия Стерехова, автор и исполнитель песен. Аплодируй, пожалуйста. Уходящие мысли,
постоянной тоске по распахнутой двери. Лишиться глаз и ждать понаслышке, постоянно искать виноватых при виде изломанных суставов. И забывать про бед возвращения, не оставлять следов и не отбрасывать тени. Блуждать сквозняками по тупикам, самое время для лета. Сторожить одержимо момент пробуждения и прозевать уходящее завтра. Оставаясь в плену погребального звона, мне только не вспомнить момент рождения, мне бы только не видеть того, как на почте безвинно сгорели. Отрезала по моде косу с русым волосом. Что ж теперь горевать и станется попусту? Тише слышь, не гневи, не буди лихо тихого. Тише не до краев, не по праву, но до пьяна. Это только казалось, что сделано накрепко. А как шутка и всерьез, так отрезано по сердцу. Кто вошел, то чем взял, ни лицом, ни походкою. Все сошлось поутру, разглядела, не прогнала. А про сон умолчу, толкование жуткое. Не гадай по весне, не наплачешься осенью.
как напрасным слоловом, как непрошенным гостям, непредвиденный шаг, непридуманный снег, ни вперед, ни назад, ни знаку напролом, посмотрела в глаза и увидела себя. На чужом языке, в желтых линиях сна, торопилась ко сне, променяла без труда четыре стены на четыре стороны и пошла по камням, по битому стеклу, по вышенной траве. Не прогнали бы вор, не признали б своей, от любить-то не забыть, не прощаться, не простить. Отыскала наконец до собою не в силах, и никто не узнал, что несла в рукавах, что таила внутри, как вставала по утрам, как пошла по воде, удивляя небеса, позабыв обо всем, растворилась в дожди, по их сохшим губам, по плечам и рукам, смыл потери и страх, обратил слова в прах. Свет обид на щеке, звук шагов за порог, все исчезло к утру, все узнала наперед. Предметов неопознанных тобой на верхнем этаже направо, за углом мое присутствие не значит ничего, и для меня оно не больше, чем игра. Но если ветер донесет твои слова, кто ждал, как я, тот знает, все пройдет, если ты услышишь шепот рук, я расскажу тебе, как пели ветра. После семи начинаю игру, что заставит
Быть безумцев, ловить объятия собственных денег, пугаться звука своих голосов. После дождя в трясках вязкого света оживают приметы, возникает радуга воспоминаний. Ищи оправданья у неба. Убегая от страшных, одиноких ночей, навстречу рассвету умоляю не наступить. Я не знаю, куда ты идешь, что ты ищешь, но если ты здесь, подожди. Покидать навсегда. После семи закрываю глаза, дотянусь рукою до холодной стены, выключаю еще один прожитый день до утра. После дождя собираю в ладони остатки воды, поднесу их губам, прошепчу только ты один со мной навсегда. Неизвестно куда, умоляю, не забывай. Я не знаю, куда ты идешь, что ты ищешь, но если ты здесь, подожди. Покидать навсегда. Сделать метлотеки. Это надо было видеть. Толпа обезумевших ПТУшников под дикий рёв гитары AC/DC пыталась изобразить что-то фантастическое. Метал танцевать — это что-то. Первая метлотека проходила при поддержке горкома ВЛКСМ. На нее приехал даже корреспондент газеты «Ленинское знамя», а потом в газете выйдет статья под названием «Будет ли рок-клуб в Воскресенске?». Шла тематическая программа «Метал-танцы», выступали группы «Вектор» и «Туннель под миром». Угар был для того времени полнейший. На вторую металлотеку с тематической программой, которая называлась «Тяжелый поступ КИС», нас пришли бить. Кстати, любимая группа Михаила Каменова — это группа КИС. Местный народ пришел с нами разобраться, и нам даже успели наколотить. Хорошо подоспел прикрепленный к нам инструктор горкома комсомола в ЛКСМ Виталий Солодянкин. Толпа тогда не отважилась лезть на комсомольского активиста. Он попытался разбить их на идеологическом фронте. Сделал это моментально, но они настояли на своем. Нам не надо ничего объяснять. Они волосатые, металл слушают, будем бить. Кто были эти люди? Какие-то недалекие, как сейчас сказали гопники, те, кто в школе двойки получал. Металлисты, надо заметить, в то время учились в технарях и в школе на 4 и 5. Диперпл слушали люди продвинутые и образованные. Многие слушали метал не потому, что нравится, а потому, что это была музыка протеста. Итак, дорогие друзья, на сегодняшнем вечере присутствует как раз тот самый комсомольский вожак, как раз тот самый, кто вступился за наших металлистов 80-х. Это Виталий Солодянкин. Мы приветствуем его. И, наверное, он несколько слов хочет сказать и о том времени, и о Михаиле Каменеве, с кем они, в общем-то, тесно на тот момент сотрудничали. Пожалуйста. Конечно, слишком громко сказано про меня, потому что мы в основном делали
рок-клуб «Пацаны, которые пришли». То есть я хотел сказать, что я хотел вообще въехать сюда на белом коне, то есть пойти в белом пиджаке, в пиджаке, в галстуке, как обычно, то есть, как горкомовский работник, потом рассказать, что, блин, на самом деле все было не так. Пришли ребята, уверены в том, что они хотят, то, что им нужно. Они это сделали, они сделали подвал. Вот, честно говоря, мне сейчас даже страшно опуститься в ту комнату, в подвале, с которой все началось. И говоря словами великого режиссера, я не верю, что из подвала, из той комнаты, что было, выросло вот такое вот сообщество друзей и людей, которые любят и уважают друг друга. Ну, теперь касаясь Михаила Каменова. Михаила Каменова я очень уважаю, и я когда его видел последний раз, и он всегда был очень уверен в себе, сильный человек, был. Знаешь, о чем он хочет. Очень жаль, что он ушел от нас, мы. И большое ему спасибо, что он помог создать вот такое вот сообщество, которое нас помогает. Теперь то, что касается рок-клуба. Пусть он растет и процветает. И вот рок-н-ролл будет forever. Вот, ребята, вот forever! Рок-н-ролл forever! Браво! Итак, все дружно, рок-н-ролл жив, 3-4! Рок-н-ролл жив! Молодцы! Молодцы, молодцы, молодцы! Итак, дорогие друзья, маленькая цитата из той самой статьи «Будет ли рок-клуб в Воскресенске?». Начиналось с того, что несколько 16-летних ребят из самодеятельных музыкальных групп города обратились в редакцию еженедельника «Собеседник» с просьбой помочь им в организации своего рок-клуба. Журналисты откликнулись, помогли создать инициативную группу. Вот эти-то ребята пришли в Воскресенский горком комсомол с заявлением: «Просим помочь нам с созданием городского рок-клуба, где наряду с прослушиванием лучших образцов рок-музыки и проведением разъяснительной работы среди молодежи могли бы базироваться и выступать самостоятельные рок-коллективы. Вместо вступительного слова играют группы «Туннель под миром» и «Вектор». Экстравагантность названий, возможно, кого-то отпугнет. Мы обошли 16 мест в поисках базы, говорит Алексей Тарандуш, гитарист «Туннеля под миром», и везде нам так или иначе давали понять, что мы не нужны. Структурную схему рок-клуба уходит существующий при ДК «Фото» и за студии дискотека «Клуб юных техников». Итак, дорогие друзья, на сцену приглашается лидер и создатель группы «Туннель под миром» Алексей Тарандуш. Сошлись параллели в соседнем квартале. На круг эмоций и злость тем паче будет проще, не задача никуда не деться. Попадают прямо в сердце вот такие нынче песни, никуда не деться. Сыпались пленки на старых кассетах. Я так умираю, я чувствую это. Забыто, пропущено и недопето. Осыпались пленки на старых кассетах. Не свяжутся, нету разумной причины. Две тонкие нити в одной паутине. Затравлены ядом, сочатся машины. Теперь это рок-н-ролл. На круг эмоций и злость тем паче будет проще, не задача никуда не деться. Попадает прямо в сердце вот такие нынче песни, никуда не деться.
правильных звонков, а по прочтении записки на столе не говорится ничего, ничего, и так не бывает. Там за кордонами огни,
советы, пускай надежды. И понимаем, как все это глупо и странно. Видеть солнечный берег в этой холодной стране, в этой комнате с выходом на балкон, в этой комнате с выходом на балкон, в этой комнате с выходом на балкон. Я что, гитару вообще не слышу? Почти. Спасибо. Это вот будет такая песня, которую с группой я, наверное, уже не стал бы делать. Все обезумели, как будто я здесь торчу. Второе утро, сжигаю легкие минуты. Никуда не успеваю. Такие времена настали, их нужно просто пережить. Мне, ей-богу, не хватает. Я уже почти привык к тому, что здесь так мало любви. Я просто пьяный, пытаюсь что-нибудь связать. Да только вот не совпадает, мне эти песни так бывает. Словно тесные ремни, я в них давно хотел тебе сказать, что здесь суровый климат и всегда так мало любви. А я опять не успеваю, я в этом городе случайный. Я к этим фишкам не проникся, и я спешу к тебе. Я убегаю, мне нужно просто поскорее позабыть о том, что здесь так мало любви. Thank you.
постоянные останутся вдруг обрывки обманов, куки тревог. Шальной беспорядок из старых тетрадок, навечно забытый стихов, наверно, так надо случиться потом. Желанных под первым дождем столкнуться нечаянно неровным дыханием, да так говорить ни о чем. Знаю, будет мягкая посадка, фонари вдоль тротуаров зябко. Зябко. Сигналы дальних станций до сюда не дошли, и крутят старые пластинки в кабаках и дискотеках. И не до сна, и не до смеха, и не для светлой головы вещают радио помехи. И занесло по всем приметам без оглядки. Считаться стиль наглядных агитаций, жгут тетради, плачут кляксы, и становится опасно по порядку. Зябко. Зажег я горю, теперь такое настроение. Да-да, продолжить, несомненно, бы пора. А я напротив, пью лекарства от мигрени. Сигареты и остывший кофе в чашке. Сыграть, наверное, то, что здесь многие уже знают, помнят, ностальгируют по этому делу. Да бог его знает, всякое может случиться. Михаил, ты когда последний раз видел, даже не думал, что такое может случиться. А вот оно, знаете.
Сытые ворота, законченный октябрь, прибитые на стенке. Кому ветер, кому рай, а кому синие глаза, кому еще одна надежда. Развеянные по ветру бумажные признания, единственное небо под чистыми глазами. Кому в тягость, кому в радость, кому вечные страдания. Знамение от Господа, горячая звезда. Жестокий поцелуй, дорога к темному подъезду, шаг налево, шаг направо, пуля в лоб без объяснения, на все четыре стороны насвистывая песенку под тяжестью убойных кулаков. Сквозь закопченное окно счастливый праздничный салют. Мы не успели оказаться в этом море беззаботности. Закрытые ворота, напрочь выброшенный ключ. На все положенный один ответ, ответ от невозможности. Спасибо вам большое. Принимается поправочка. Знак и компания. Вячеслав у нас играл когда в группе «Знак вопроса», и вот от этого пошло такое название. Здравствуйте! А мы, ну, Вячеслав не был в то, вот, где-то это, наверное, 87-й год, а вот с Валерой Трефиловым мы в рок-клубе-то в то время были. Я как раз заканчивал в 87-м году, потом в 97-м опять стал играть. Вот. А они уже в рок-клубе были. А мы на танцах как бы прощались. Где мы только не играли. Да. Честно говоря, у нас события вот вчера произошли тоже нехорошие. Вообще меньшим составом мы сегодня будем играть, потому что у нашего гитариста произошло несчастье. И он, ну, не с ним произошло, а тоже в семье большая потеря. И он сегодня с нами как бы не играет. Его место занял я, а бас-гитары у нас сегодня нету. Но, конечно, у нас в нашей музыке будет поменьше красок, но я думаю, что мы вас не огорчим. Первые песни его, Роман должен, вот у нас Роман Копылов, Вячеслав Соколов, Валерий Трефилов, Семенов Андрей. Его первая песня называется «Раздумье», вот обо всем об этом, в нашем мире. Первая песня его. Сорвать с души скала.
белые одежды. Друг на друга все время ворчим. Ты постоянно
Спасибо. Thank you.
друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду. Асфальты топчем, юные и упруги. И на прощание стискиваем руки. И руки обещают нам, приду. Они вырастают, тают в синеву. А мы во сне так верим им, так верим. Но наяву распахнутые двери. И боль утраты тоже наяву. Но не прервать натянутую нить. Она во мне дрожит, но не сдается. Друзья уходят. Кто же остается? Друзья уходят. Кем их заменить? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. Итак, дорогие друзья, следующий участник нашего концерта – группа «Рок-Вариант». Приветствует вас. Друг мой, как же ненасытен ты.
если труд, то до седьмого пота. Если спор, то спор до хрипоты. Если пир закатан до восхода, станешь сам.
хотел от лица организаторов концерта поблагодарить всех, кто пришел сегодня сюда. Слышно, да? Этот концерт очень важен для нас был, потому что Миша был нашим другом. И, в общем-то, я бы хотел, чтобы этот концерт, в общем-то, был еще каким-то дальнейшим трамплином для того, чтобы наш клуб развивался. И всегда сюда могли прийти люди, которые любят рок, и послушать свои любимые группы. Я хотел бы тоже присоединиться, поблагодарить вас за то, что вы пришли на этот концерт. И хотел бы объявить спонсоров нашего концерта, без которого, в принципе, этого не состоялось. Это магазин «Оргтехника» и директор Кривошеев Александр Юрьевич. Директор магазина «Москвич» Молоткина Владимир. Вот. А также наших информационных спонсоров. Это Воскресенское рекламное агентство и Воскресенское кабельное телевидение. И также его руководителя Носова Владимира Васильевича. Всем большое спасибо. Также магазин музыкальных инструментов из торгового центра «Галерея» Михаила Штыря. Спасибо. Приветствуем на сцене группа «Княжий пир». У нас сегодня дебют рок-клубы. Поддержите нас, пожалуйста. Спасибо большое. Первая песня называется «Чужеземец».
Порой
Спасибо вам. Итак, дорогие друзья, сейчас буквально экспромтом для вас инструментальную композицию сыграют ударные группы «Апокалипсис» Вадим Тумпаров и бас-гитарист Александр Петропавловский. Нет тебя рядом. Безрассудство тоски приводит тревоги. А закат приближается медленным шагом. И я жду его каждый раз с нетерпением. И я жду его каждый раз с нетерпением. Может, это мой бред, но я живу им и его дыханием. И сердце мое трепещет за свет, он горит под твоим влиянием. Но
ночь, я скажу с ума о тебе. Я знаю точно одно, ты сумеешь помочь, прикоснувшись губами ко мне. Но рассвет нам готовит разлуку. Твою нежную руку. Ты смотришь в глаза каждый раз перед огнем. Ты смотришь в глаза каждый раз перед огнем. Может, это мой бред, но я живу им и его дыханием. И сердце мое трепещется свет, он горит под твоим влиянием. Но пока не наступит ночь, я скажу с ума по тебе. Я знаю точно одно, ты сумеешь помочь, прикоснувшись губами ко мне, ко мне. Александр Петропавловский, Вадим Тумпаров. Итак, дорогие друзья, наш вечер подошел к завершению. Я думаю, Мишка Каменов, пока находится в наших сердцах и в нашей памяти, он всегда с нами. Я думаю, что он присутствовал сегодня в этом зале и слышал своих друзей, и все, что сегодня творилось в этом зале, это только для него и ради него. И, конечно, мы бы хотели пожелать его семье благополучия, и толикой маленькой этого концерта будет маленькая помощь этой семье. Дорогие друзья, всем присутствующим в этом зале огромное спасибо. И я думаю, что в этом составе пусть каждый еще приведет своих знакомых и расскажет об этом. На следующем концерте мы обязательно встретимся. И в заключение, пожалуйста, чтобы уж закончить наш традиционный концерт,
Рок-н-ролл жив. 3-4. Рок-н-ролл жив. Еще громче. Молодцы, молодцы, молодцы.